Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска. Двигатель 3.2 турбодизель. Коробка автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 150 тысяч километров. Сегодня на этом автомобиле заменю сайлентблоки задних продольных рычагов на задней подвеске. Продольные рычаги есть. Передний сайлентблок, сейчас подниму, покажу какой, стал гулять, и при том гулять очень сильно. При включении передачи, при торможении колесо двигается вперед-назад больше, чем это должно быть. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса. Вот этот сайлентблок с одной и со второй стороны. И когда я его двигаю, во-первых, видно, что он сместился. Стук какой-то есть. Такой непонятный, но чувствуется в рычаге. Сайлентблок быстрее всего геленаполненный идет. Вот эти задние сайлентблоки, которые нижние на цапе, они вроде бы нормальные и живые. Их трогать не будем. Сейчас с болта откручу, сниму рычаг, посмотрю, в каком они состоянии. Почищу резьбу на болтике сзади. И также резьбу снизу. Гайки приваренные на рычаге. Побрызгаю ВД-шкой. Головка на 24. Думал, гайки приварены, ничего подобного. Ну и также задний болт тоже освобождаем. А уже потом выдернем.
повредил сайлентблок, он смещенный. Быстрее всего вот он как раз и простукивал внутри. Хотя разрывов на нем нету. Так, вот оригинальный сайлентблок. Видно, что он по центру стоит, никуда не смещенный. Номер сайлентблока 4125А006. На металлической обойме стенка у сайлентблока тонкая. Попробовал ее выпрессовать. Идет обрыв сайлентблока, а втулка металлическая остается в рычаге. Я что сейчас сделаю? Я возьму внутреннюю часть резиновую, выдавлю, а металлическую обойму наружную сомну отверткой и выбью. Жечь ничего не будет. Но перед этим помечу маркером стрелку. Стрелка вперед указана. Новый сайлентблок уже запрессую по этой стрелке. Пробую. Сайлентблок геленаполненный, я его разорвал, с него потекла жидкость внизу. Жидкость, конечно, из него не вытекла, но простукивал именно он. Вот такая конструкция его внутри.
жидкость какая-то непонятная, она не маслянистая. Какая его форма, и при запрессовке надо быть очень аккуратным, прессовать не вот в эту металлическую обойму, а в наружную, чтобы его не разорвать новый. Этот добиваю до конца. Единственная проблема этого сайлентблока только из-за того, что он сместился. Но он был не разорван и нормальный, он нормально работал. Здесь жидкость перетекает из одного отделения в другое отделение. Но вот это место набивало по обойме. Я здесь резину задрал, поэтому этого мы сейчас четко не увидим. А теперь металлическую обойму беру ее и сминаю. Отбиваю. Все, изнасиловал втулку, протираю, смазываю и запрессовываю. Сайлентблок тоже смазываю. И совмещаю вот моя метка с белой стрелкой. Сейчас главное хорошо отцентровать на входе. Так, перепроверяю, стрелка у нас сходится, кромка оправки большая, широкая, встает ровненько с запасом. Пробую.
Так, а вот теперь надо подкладку подкладывать. Дошла. Все, сайлентблок сидит на месте. Идем, устанавливаем. Смазываю болт. На рычаг одеваю резинки по бокам с двух сторон. И вставляю болт. Наживляю гайку. Сайлентблоки подтяну, но зажимать не буду. Опущу и подтяну. Машина высокая, я смогу это сделать. Также мажу второй болт. Гайку смажу. Вот сейчас по сайлентблоку видно четко, как он по рычагу стоит по центру. Ладно, аналогичным образом меняю вторую сторону, опускаю автомобиль и потом протяну эти сайлентблоки. Все, опустил автомобиль, согнал его. Ямы нету, но он сам высокий, поэтому позволяет. В крайнем случае, если что, можно заехать задними колесами на какую-нибудь возвышенность, на брусок, там еще на что-нибудь. И подтягиваю с одной стороны и со второй стороны. На этом все. Замену сайлентблоков продольного рычага на задней подвеске я закончил. Всего вам доброго!